девочки и мальчики. Вот это еду я, проехал Нью-Мексико по сороковке. Доехал до Амарилла, остановился там, книжку почитал полчасика, типа заработал. Ага, потому как впереди 330 миль, времени особо нету, надо сегодня доехать, разгрузиться. И вот из Амарилла сверкнул на 287 хайвей и еду в сторону Далласа. К вечеру рассчитываю туда доехать, показать вообще, честно говоря, нечего. Ну просто нечего, пустыня, пустыня, да? Это Нью-Мексико, это ровный стол, деревьев нет, людей нет, одни камни какие-то, дикие кустики, ну, в общем, ничего примечательного. Скука, скажем так, вот, не за что глазу зацепиться. Вот это такое, вот она тут. Что делать? Работа такая. Смотреть в окно. Там всякие там разные мысли в голову приходят. Потом они так же и уходят, как пришли. Ну, в общем, все просто. Едем. Будет что-то интересное. Ну, тогда смогу показать. Если честно, ну, просто. Ну, ничего нет. Ну, ребята, ну, извините. Ну, вот такая вот она. Это работа трак-драйвера. Все, вперед, 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 вперед. Вот это вот въезжаем Хардеман Сити. Хардеман. Ну, скажем так. Тут лавс есть, это хорошо.
и сяк. То есть город закончился. Очень много брошенных бизнесов. Ну вот лошадка куда-то бежит. Куда-то. Вот еще одно сооружение. Продажу. Ну все, едем, в общем, проехал. Упала стрела. Поехали. Ну, в общем, типичный американский колхоз такой, городишко. Ограничение скорости было 35, добавили 5, 40. Это очень хорошо, очень быстро. Ну, такое оно все какое-то, не знаю даже как и сказать, ну никакое. Вот такое вот все. Все какое-то брошенное, заброшенное, буренами все позарастало. Машинка на продажу, кому надо. Едем. Ну, уже можно и 50 подгазнуть. Это брошенных машин куча. Сразу, а то вдруг среди ночи начала машину трясти, как вроде не по ровной дороге едешь, когда как стекло ровное, как стол. Ну и в общем стал, машина не заводится. Вызвали техничку, техничка приехала, посмотрела, что там случилось. Ну и говорит, у тебя топлива нет. Я говорю, как это нет? Вы посмотрите, у меня показывает больше четверти бака. Говорит, топлива нету. В левом баке есть, в правом нету. А топливо якобы забирается с обеих баков. И обратка идет на оба бака. Но получилось, что забирается то топливо, забирается, а обратка идет только в левый бак. И все, выкачало у меня с правого бака. Видно, топливо не берет с левого бака. Ну и все стало. Обошлось это удовольствие в 300 баксов. Вот это так, ребята. Но я попросил отремонтировать все это дело. Ничего не сделали, все так и осталось. И, в общем-то, покажу вам один экстравагантный способ, как я замеряю топливо. Я не знаю, я заправился вчера полные баки, левый и правый по крышку. Проехал уже очень много, тут воморило на тракстопе, думаю, посмотрю, загляну в баки, значит, левый бак
как был под крышку, так и есть топливо. Не ушло вообще ни на грамм. В правом баке, ну, чуть больше половины. А датчик показывает, ребята, больше полного. Ну, я не знаю, как ехать вообще на таком автомобиле можно. Думать и бояться, где я стану, в какой-то пустыне, где не будет вообще никакого сервиса. Ну, в общем, бред. А способ экстравагантный, действительно. Я должен замерять топливо палочкой. Ребята, это бред вообще полнейший. Я должен думать, когда мне остановиться, померить палочкой, увидеть, сколько там топлива, есть оно или нет. И если мало, то ехать на заправку. Куда ехать? Везде, если нету нигде никакой рядом заправки, я не знаю. Но вот это так мы едем, работаем. Очень весело так. Ой, боже мой. Это только и думаю, господи, хотя бы этот день прошел как-нибудь до тракстопа или рестерии, чтобы спать, встать и спокойно заснуть. А завтра уже тогда что-то думать, как дальше ехать. Все, еду, потому как, ну, выхода просто нету, надо ехать. Вот это остановился тут на рестерии специально, чтобы показать вам этот экстравагантный инструмент, которым я меряю уровень топлива в своих баках. Это при том, что у меня сейчас показывает топливо больше полного. Больше полного. Но еще ехать 206 миль. Сейчас глянем, что там у меня с топливом. Так, откроемся. Ребята, достаю этот специнструмент. Вот это вот она. Это такая вот штучка, которая замеряется уровень топлива. Ой, боже мой, сейчас поглядим, что тут у нас есть. Ага. Чуть-чуть ушло. Антисифон, но это так, типа от воровства бензина, это чепуха. Исследование показало, что это где-то у меня полбака. Полбака, при том, что полный левый, правый полбака. Пойдем на эту сторону. Херня, блин. Ну как это можно так вот, я не знаю. Когда я сказал, так вы мне дайте хоть что-нибудь, чтобы можно было перелить из бака в бак. Да нет, и палочкой меряем. Говорю, а может членом, говорю, мне мерять еще. Так он не влазит в эту дырку большую.
не так, как в анекдоте. Сейчас расскажу. А в анекдоте так. Закатилось кольцо, обручальное упало в щель. В полу, не в половую, а в полу. Но жена говорит, достань кольцо мужу. Тот что-то ковырял. Пальцем никак не достает. Он тогда взял отвертку. Отверткой ковырял, ничего не может достать. Говорит, жене, говорит, ничего не получается. Говорит, отвертка даже не влазит. Она ему говорит, а ты членом попробуй. Говорит, все получится. Вот это так и мне палочку выдали такую.